Момент бон, чувствовал себя прекрасно, я знал, что нам уже давно надо было сыграть такую игру, которую у нас получилось сегодня, то есть не хватало нам эмоций, сегодня, слава богу, мы эти эмоции получили. Сегодня я думал о том, как забить гол, о том, какие комбинации пройти, как отдавать пасы, как красиво забить гол, и вот сегодня эта тактика удалась.